Сегодня 10 июля. Мы приехали на станцию Подсёбный встречать братьев, которые приехали на крещение. Вот встретили брата Игоря здесь еще. Он встречает батюшку. Вот поезд. Иван Грибанов приезжает, сестра Владимира. 4 человека. У нас сын едет. Еще один человек солнце. А в какой вагон? 22-й. Да. Ага, пока у нас нет. Вы сейчас выйдут? Они стояли все, мы полненькие у меня. Вот батюшка. Иван Грибанов. Вот мир тебе, брат. Пойдем. Приехали. Все. Ну все, слава Богу за все. Как доехали, Иван? Все, с Богом. С Богом. Слава Богу, хорошо. Вот батюшку встретили внезапно. Да. А он, оказывается, с Омска ехал, а мы и не знали. Да. Вы на двух?